сейчас наблюдается тренд, что развивается городской и, прежде всего, экологический активизм, нацеленный на решение определенных экологических вопросов. Это и движение «Сохраним Кокжаляу», это и сортировка отходов, это гражданский мониторинг качества атмосферного воздуха. И на этом фоне возникают идеи со стороны определенных политиков, бюрократических структур объединить эти процессы с тем, чтобы формировать какую-то партию, какое-то некое республиканское объединение. Я думаю, что людям, которые устали ждать решения этих вопросов со стороны властей, нет интереса в объединении в такую большую, но при этом аморфную и неперфицированную структуру. Сегодня соцсети позволяют сделать каждому отдельному человеку или небольшой группе людей сделать определенные позитивные шаги, изменить что-то в своем небольшом сообществе, изменить что-то в своем городе и при этом быть на виду, получать признание со стороны общества. Поэтому ОВЭД — это тот стимул, который позволяет развивать такие общественные инициативы, развивать городские инициативы. На самом деле нужно просто помогать этим маленьким группам, небольшим и важным общественным инициативам. И я думаю, что мы вот стараемся работать по такому принципу, горизонтальному принципу, когда мы исходим из потребностей конкретного экологического активиста, из признания его вклада в охрану окружающей среду, его, ее, и помогаем развивать такие инициативы. Это должно просто получать признание со стороны общества, это должно получать признание со стороны государства, и дальше может быть поиски каких-то вариантов, как я могу помочь этим ребятам, этим экологическим активистам, с тем, чтобы то, что они делают, приносило больше эффекта.